Всем привет! Эта фотка сделана 25 марта по пути домой. Вид на следующий день, 26 числа, у меня и моего любимого дедушки день рождения. Я хотела отметить свой день в кругу близких и родных, поэтому мы поехали домой. Я, конечно же, хотела снимать большой влог, но вышло все вкратце, и, спойлер, некоторые моменты у меня даже удалились. Поэтому что вышло, то вышло, оставляю тут на память. Я уже дома, приехали, подарила маме вот такие цветочки. У меня завтра уже день рождения, а еще к бабушке сегодня поедем, бабушке тоже цветочки куплю. А там же много играла. Ты с ним, подбал. Ну вообще. Все, к вам пришел соперник. Еще одну бери. Опа! Опа! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Когда мы посидели, вкусно поужинали у бабушки, в 00 приехали домой, и меня ждал вот такой сюрприз. Happy birthday to you. Потом днем меня ждал еще один сюрприз, цветочки, шарики, ну и поздравления, подарки от родителей. И в комнате летать. Спешу сюда. Вот он тандем, муж и жена. Как тот чудо, что по ночам сжигал мосты. Я с детских лет стремился в те места. Песня не та. Сушимся мимо, да сломавши крыло. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your wishes come true. Прекрасно день рождения отметили. У меня такие шарики. Такие прекрасные цветочки. День рождения должен быть с шариками. И, конечно же, с тортиком. Тортик мне делала моя сестра Лиза. А когда были 25 числа у бабули, с дедушкой у нас с ним один день рождения, тот торт делала бабушка. Такая вот я сегодня. На домашнем, ну точнее, как, работаю, сижу. Я думала, буду снимать полноценный влог, но что она снимала, то она снимала. Точнее, даже не я, некоторые моменты, а Лизка у меня. И как раз вот тут я узнаю о том, что видео, где мне выносят торт и я задуваю свечи, у меня не сохранилось. А чтобы вы понимали, за вечер я задувала свечи раза три. Вот. Тысёмка. Тут пылесосили, сейчас робот пылесосит. Мыли пол, прибирались. Вот, кстати, тортик. Вот что от него осталось. Очень вкусный, говорят. Я не ела, но я верю, потому что у Лизы талант готовить вкусные тортики. Ой, ну теперь все, буду приходить в кафешку и как настоящий инфлюенсер, этот, как его, не только инфлюенсер, а как, фрилансер, буду работать. Сидеть. Пришли отмечать мой день рождения, дубль 3. Народу полно. Мой день рождения прошел супер классно, и я безумно рада, что провела его с близкими и родными. Также хочу сказать всем спасибо большое за поздравления. В этот день вас было так много, и за подарки, которые я получила даже спустя несколько дней после своего праздника. А также благодарю себя за вот такие вот подарочки, которые решила устроить себе сама.